Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня я покажу пак на очень много модов. Там их, наверное, штук 50. В этом паке присутствуют как старые моды, так и новые. Все эти моды работают на версии 1.8.1. People Playground, скачивайте ее. Ну, если у вас лицензия, то тоже может. Думаю, будут работать. Так, вот папка Mods. И вот здесь все эти моды стоят. Вроде повторок нету, но надеюсь, ну не знаю, ну как-то есть там некоторые повторяющиеся предметы. Не знаю, как их убрать. Итак, вот, запустили мы People Playground. Так, в самой главной менюшке есть название Mods. И в нем мы выбираем, ставим все моды активными, делаем. И в итоге у вас должно быть вот столько всего. Итак, как же одевать одежду? Любую одежду мы одеваем с помощью инструментов. Заходим и вот Steel Binding. Биндинг вот так вот одеваем. Это можно подогнать по размерам. Вот кнопкой Resize. Допустим, вот так вот. Более или менее. И еще, чтобы он не падал, Make him Hibble нажимаем и Disable Collision. Вот. То есть вот такая вот маска уже у нас есть. Вот. Это все очень интересно, загадочно и хорошо. Также одежду крепить мы будем крепить уже не одним. И мы крепим одежду вот так. Вот, у меня почему-то не отображаются, но думаю, это не проблема. Наверное, это какой-то мод убирает, не уверен. Также я могу показать, как предмет в руку давать, да? То есть, смотрите, берем, допустим, пистолет какой-нибудь, любой вообще. Наводим сначала на оружие, потом наводим на руку, F нажимаем, и все. Чтобы было легче. Make a Hibble, Disable Collision. И все. Вот. Так, что же я вам еще могу отметить? Сохранять постройки. Некоторые не умеют. Начальные игроки такие, да? То есть мы берем блоки. Блоки ставим. И сделаем постройку какую-нибудь. Теперь выделяем это и здесь нажимаем Save. Вводим название, нажимаем Save, и в окошке с дискетой у вас будет отображаться сохраненные постройки. Всем, дорогие друзья, я желаю удачи. Всем пока. Скачать можно все по ссылке в описании, кроме игры. А, да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Очень много классных видео на канале. Считаю незаслуженно то, что у меня так мало подписчиков. Всем пока.